которые были на сегодняшний день, они пока остаются. Почему-то, к сожалению, только общественники и правый сектор в том числе пытаются ломать через колено. И мы их ломаем, в отличие от некоторых других. Я не буду сейчас переходить, как Юрий Александрович, по личности переходить, не буду переходить на политические партии. Но хватит уже перекрашиваться. Хватит уже менять фуражку слева направо, справа налево. И занимать какую-то позицию, потому что завтра там как-то поменяется власть. Имейте свою четкую позицию. Если вы представляете интересы горожан, чего вы не вышли памятник шанса, вы мне рассказали, что вы на протяжении всего этого периода имели этих горожан с различными путями. Не покаялись перед ними, не посыпали голову пеплом. На сегодняшний день никто из вас, из чиновников, ни областного, оба администрации, ни городского, ни мэра.